там развернусь я вот на этой херне или нет? Алон, короче говоря, я все взял. А, что тогда мы едем домой, что ли? Мне все это выложить дома. Дай тогда слово. У меня ключа нет, давай езжай, а то. Заткните рты про луну уже сами. Ребят, я вообще вот честно. Я еще не знаю, мы еще не выехали даже. Понимаете, вот мужчина, мне кажется, вот я не знаю, сдержанность не про меня. Вот кому-то нравится себя сдерживать. От этого, наверное, люди как-то, не знаю, там кончают, чувствуют себя как-то. Ты не можешь уверенно отъехать, потому что? Я себя ни в чем не сдерживаю и вот делаю то, что вот мне хочется. Но это не значит, что вы должны так же делать, как и я. Мы нет. Мы сейчас решим тогда. Вы выбираете то, что вы хотите, понимаете, в жизни. Ну, вот там, как вам выгодно, привет, так и живите, да. Реально, ребят. Это... Давай, короче. Что, сюда? Вот, как вам выгодно, так и живите. Вам выгодно, так и живите, поэтому нормально. Угу. Тебе все заебись, мы проехали. Хера себе, он четкий тип. Домой тогда, Селен, да? Подкинешь меня с этими вещами, блядь. Шлюхи. Ну, боже, какой ужас. Просто шлюхи. Это что вообще случилось? То я свечку держала, вот вы шлюхи, говорит, шлюхи. Но зато ты, девственница, ни разу никому в жопу в пизду не давала, блядь. Вот просто, я не знаю, иди и надень платок и молись. Нет, что это такой, блядь, бред вообще. Алло, привет. Они просто не понимают, что пишут. Привет, красотка, привет. Вот такое ощущение, что вот эти люди просыпаются и засыпают в моем теле, блин, живут в моих мозгах и такие думают, блин, хочу быть шлюхой. Хочу пойти сегодня дать мужику за бабки. Сейчас надо позвонить, подождите. А, Вик, слушай, я вот тут решила шлюхой стать, мне нужно, короче, мужику за бабки дать позвонить. А, ну, можешь этому, как его, Валере набрать? Да, это я хочу, чтобы он мне сегодня подарил игрушечного медведя и выебал меня. Ага, хорошо, сейчас наберу. Ладно? Да, наберешь? Да, вот, наберу. Пожалуйста, потому что мне... Валере точно да, мне пишут, что я шлюха, а я как бы, понимаешь, я не оправдываю комментарии человека. Я тоже так думаю, уже пора, нам уже с тобой надо пора пойти, сняться уже хоть где-нибудь. Да. Чтобы хоть не, блядь, если не привитали, так писали. Не зря, блядь, да. Да. Валерке напиши, он мне медведь игрушечного хочет подарить за 300 рублей, там, не знаю, за суп. А я с ним еще ни разу не переспала. Так, ладно, куда прямо, Сереж? Через Смоленск, ну на Смоленск обратно туда. Что, я знаю, как Смоленская прямо? Я не знаю вообще Москве, ты что, блядь, не живу здесь даже. Так, даже. Ладно, ребята, у нас сейчас... Я не знаю, куда вообще. Шкуры. А при чем тут шкура? Чем отличается шкура от шлюх? Это вообще просто пошлак какой-то. Ну, по-моему, в другую сторону вообще не. А куда нужно ехать? Ну, назад туда, мне домой надо. Ну, а адрес какой? Смоленск. Ребята, я вам скажу больше. Вот отношения, пока у вас нет штампа в паспорте, являются отношениями без обязательств. Только на словах. Смоленская площадь, 13-21. Так что давайте мы не будем. Ощущение, что у меня как будто матушка в эфире сидит, церковная. Дальше прямо. И то, знаешь, в церкви, в матушке больше какого-то понимания и терпения, чем вот в хейтерах. Реально, прям красавцы все здесь. Без слов. Но реально. Блин, прекрасный свет, винишечка попивает. Шкура. Ёпт, не судите по себе.
Хуры и шлюхи, чем они отличаются? Вот давайте мы с вами разберем, раз уж такая тема актуальная, раз меня называют шлюхой, я не знаю, проституткой, там, не знаю, шкурой или еще что-то, мне интересно, чем эти два слова различаются, что это значит? Меня ни в коем случае это не обижает вообще, в принципе. И я даже не буду давать какую-то защитную реакцию на это, просто мне интересно. Давайте разбирать. Просто я хочу понять, ну, как бы вдруг мне станет обидно от того, что меня обозвали шлюхой или шкурой. Вот мне интересно. Может, я заплачу, в конце концов, и вы добьетесь того, что меня так назвали. Я не знаю просто, ребят. Почему так помешана на сексе, тогда у тебя травма? Я на сексе не помешана. О, боже. Да, я люблю секс безумно, мне нравится. Качественный, хороший, отборный секс. Это хорошо, это круто. Но, извини меня, мое тело молодое, и я хочу свое тело использовать по полному. А вот когда буду старуха, да, из меня будет уже, знаешь, там, не знаю, там, высыпаться все, то, конечно же, я уже буду озадачена тем, что мне нужно покупать таблетки где-нибудь, в какой-нибудь аптеке, чтобы у меня там не рассыпалось ничего, и хоть что-то получалось. А сейчас, да, о чем мне еще думать? Я сейчас думаю об отношениях, о сексе, о том, как заработать бабла. Да ты что? И о том, чтобы у моего мужика был нормальный член. И ездить на крутой тачке, и вообще жить в кайф. Да, я сейчас этим озадачена, мне 32. У меня есть духовное, да, я думаю о семье. Но извини меня, ребенок от хуевого секса не получается, извините. Ребенок получается от охренительного, классного, прям зашибенного, прям траха, понимаете? Чтобы оба кончили так куда-то налево. Не сейчас, нет, не сейчас. О чем мне думать, ребята? Давайте, о чем мне нужно сейчас думать? Скажите, о чем мне думать, если мне не думать о сексе? О чем? О бабках? Думаю о сексе, шкура. Думаю о бабках, меркантильная. Думаю о духовном, не знаю, не живу своей жизнью. Ребята, как мне жить? Давайте мне... Давайте уже, там, я не знаю... создадим список правил моей жизни, чтобы всех вас удовлетворяло. Вы можете собрать по этому поводу консилиум, пожалуйста? Я хочу, чтобы, вот, чтобы, знаешь, вот на площади собрались люди и такие подумали, а как же жить в Майерселене? Так, давайте подумаем. Она вот думает о сексе, ездит за рулем, думает о том, чтобы ее отец там не сдох, думает о том, как заработать бабла. Блять, ну она шлюха. Она, конечно, шлюха. Вот мы не знаем, что с ней делать. Я не знаю просто. Шкура. Вики, привет. Вики, привет. 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 Мне привет не передают там или что? Занюхай дорогу, говорит. Вот так вот, понимаешь? Мне говорят, занюхай дорогу. Сережа, приводится. Подождите, мне... стыдно вообще? Подождите, мне сказали занюхать дорогу. Подожди, Сереж, мне нужно занюхать дорогу. Подожди, Сереж. Знаешь, пока я насыпала тебя. Пожалуйста, нет, мне надо занюхать... Алло, Сулейман, мы сегодня снова не дома. Вика, пойдем, сними меня, как буду нюхать дорогу, пожалуйста. Пошли, пошли, я сейчас... Окей, давайте, ага. Спасибо. Да, подождите. Подожди, сейчас я нюхаю дорогу. Подождите. Понюхала дорогу. Что мне дальше делать? Скажите, пожалуйста. Я понюхала дорогу. Так, что дальше? Я не понимаю, что мне делать. Все, я понюхала дорогу. Даже до сих пор запах дороги каким-то говном. Проектные. Блять, понюхала дорог, как сказали, проектные сказали. Это очень странно, понимаешь? Действительно. Нюхать дорогу проектная. Давайте понюхаем дорогу. Давайте уже все вместе выйдем нюхать выйдем, дорогу. Пойдите, ходите втроем. Пойдемте нюхать дорогу втроем. Пошли, давай. Пойдем. Сейчас мы будем нюхать дорогу, подождите. Втроем, да, подождите. Так. Блять, не открывайте. Да, все, пошли нюхать. Мы нюхаем дорогу, пошли сейчас.
Нюхаем дорогу. Подожди, подожди, надо понюхать дорогу, подожди. Давай, давай. Сейчас, подожди. Давай, давай, ставим куда-нибудь, да? Да. Давай, давай. Блядь, нюхаешь дорогу? Давай. Она еще не пахнет. Ничем не пахнет. Я не знаю, мы нюхаем дорогу, что, блядь, непонятно. Люди, дорога, мы нюхаем дорогу, она не... А что? Она не пахнет. Какой от этого должен быть приход? Может, бордюр возьмет получше, нет? Бордюр? Кстати, бордюр вшторил. Так ничего, надо... Блядь. Да, нюхаем дорогу. Мне сказали занюхать дорогу. Подождите, мне говорят, что я постоянно нюхаю дорогу. Давай, понюхай дорогу. Может, вон ту дорогу надо понюхать? Какую? Может, бордюр? Нет, да, бордюр. Понюхай, понюхай еще. Может, здесь, машину? Смотри, человек чем-то насрал. Может, этим понюхать, подожди. Я не знаю. Непонятно, а да, ничем так? Не пахнет. А пишут так тебе, да? Да, да, нюхать дорогу, говорят. Селена в прямом эфире. Ты понюхала сейчас что? Дорогу нюхала. Молодец. Я. Да, все. Понюхай дорогу. Понюхали мы дорогу, все. Сейчас направо сделаем. Слушай, может, там Кази дорога шторит? Да, челлендж, как это называется? Понюхайте дорогу. Понюхайте дорогу, называется. Кто да, ребята. В Москве находится, читаю. Ребята, скажешь, давайте, да, давайте дорогу. Давайте будем нюхать дороги, чтобы понимать, где дороги пизжи просто, чтобы где вставляет она лучше. Отмечайте Селену, и отмечайте, когда будете, да, нюхать дорогу. Да. У нас новый челлендж. Так, куда нам двигать дальше? Прямо. Дебилы. Почему дебил? Мне сказали понюхать дорогу, я понюхала дорогу. Они понюхали дорогу, дебилы. Надо отдыхать, мы с Викой. Мы... Вот. Ребят, ты убитая. Не верю, бери. Почему я убитая? Я живая. Где, мне кажется, ключ, да? Левее берем. Когда меняешь цвет волос, или блонд прижижен с твоим цветом глаз. Спасибо, Селена, а ты рассталась уже со своим молодым человеком? Селена, ты расскажи, как в рот брала. Ой, это интересная история. Слушай, реально надо поговорить сейчас, серьезный вопрос, даже не могу звонить людям, просто, блядь, такие разговоры идут, пиздец. Люди спрашивают просто, что за хуйня. Когда ты в рот и как что ты в рот брала. Что у тебя за друзья, блядь. Ребята, ну правда, давайте сделаем эфир каким-то более этичным, я не знаю. Как я в рот брала? Интересно. Вот, ты знаешь, люди задают такие вопросы странные, типа, ну ты как ты в рот брала? Я знаю, его... Сколько ты зарабатываешь? Смотри, ты, почему ты нигде не работаешь? Его, я его просто открыла и в ротик положила. А что именно брала в рот? Спроси его, что они имели в виду? А дальше пошли эти всасывающие движения. Что значит брала в рот? Что я брала в рот? Конфету что? Я не знаю. Огурец, помидор. Огурец, помидор. Что брала? И это тоже дорогу надо взять в рот? Стой на трассе. Хорошо, ладно, стой на трассе, и что? Вот сейчас мне нужно остановиться вот срочно на аварийке, когда поток спешит. А давайте прыгнем в Москву-реку. А давайте, блядь, просто, да, свернем, там как раз корабль проплывает. Мы сейчас туда сразу свернем. Я губы не делала, я делала губы, наверное, 4-3 года назад, и потом все вывела из губ. И это мои натуральные губы. От тебя. Спасибо большое, Селена. Расскажи, пожалуйста, что происходит у тебя с личной жизнью. Все хорошо. Почему-то складывается у меня за периметром. А в периметре полное говно почему-то. За периметром мужики ко мне липнут. А вот в периметре приходит какое-то днище ко мне. Да днище. Да днище, блядь. На заднем плане это Галя, Галька.
Галина, мы ее взяли сегодня просто... На вокзале. На вокзале, да. Забрали. Вы знаете, у меня забрали паспорт. Если кто-то смотрит сейчас этот эфир, пожалуйста, сообщите в органы, что меня здесь удерживают незаконно. Свои забрали органы. Паспорт и да. Не отдают, а как понимаете? Обращаться. Пусть обращаться в органы, да. Какой орган? Соответствующий. Соответствующий орган? Это куда? В пенис? А? Не да. В там в яички. В какие органы? В сердце, в желудок обратиться им. Они же не понимают, тупенькие. Какие органы? Правоохранительные. Право охранить то, что справа. Что у нас справа находится? Это право, вот право. Что справа, да, у нас находится? Которое охраняет право. Ну, право у нас находится... Печень. Право находится печень. На севере. Понимаешь? Печень. На севере. Право. Блин, я понюхала дорогу, потрогала дорогу, антирвоняет, у меня рука с саниной какой-то. Здорово, ты просто тот самый лаковый кусочек понюхал. Дайте вам санитайзеры, блядь. Можно санитайзеры, реально? У меня руки с саниной как будто пахнут бомжатской. Можно еще побольше приготовить? Мне кажется, там бомж просто лежал на этой дороге. Ты знаешь, откуда мы взяли санитайзер? Мы спиздили. Я спиздила, блин. А где? В рестике. Я его проносила, блин, в своих кожаных штанах. У меня какой-то хуй там нарисовался, блин. Просто сейчас санитайзер очень такой, это... Тату это. Что он Никита с Настей? Это маска, маска такая, друзья, маска. Я не знаю, что у Никиты с Настей, реально, мне кажется, просто... Да, заебали они просто. Все, проект разводняк, я не верю в их ссору. Они что-то настоящие любят друг друга. Теремик опасности здесь. Вот он. Все равно осталось.